Сегодня 25 сентября прошел первый гоночный день чемпионата России в олимпийских классах яхт. На воду вышли 5 классов. Мужская и женская 470-ка, класс Фин, класс Лазер и новый класс, олимпийский класс катамаранов Накра 17. Погода милостиво была для к спортсменам. Сегодня был 24-узловой ветер в первой гонке, и 18 узлами порадовала погода спортсменов во второй гонке. С утра шел неимоверно сильный дождь, и как обычно, каждый день к вечеру тучи рассеиваются, выглядывает солнышко, но спортсмены уже на берегу. Очень большое внимание, и это приятно, оказывают нам федеральные и региональные средства массовой информации. Сегодня более 20 журналистов зашло на борт пресс-бота. Завтра мы ожидаем приезд сюда федеральных каналов НТВ и России-2. Так что я надеюсь, что новые гонки чемпионата России в олимпийских классах порадуют нас бескомпромиссной борьбой и новыми интересными результатами.